Сотрудники следственного отдела по городу Судак установили личности подозреваемых в изготовлении и сбыте нелегального алкоголя, опасного для здоровья. В ходе расследования в одном из поселков Кировского района оперативники выявили крупный подпольный цех по производству и хранению суррогатных вин, чачи и пива. По информации следствия, 60-летний владелец помещения занимался изготовлением лично. В результате обысков с участием спецназа изъяты самогонные аппараты, оборудование для газирования жидкостей, десятки емкостей по 200, 500 и 1000 литров, 16 тонн суррогатного вина и по 350 литров чачи и пива. Также изъята вся документация по учету продукции, в том числе реализованной. Задержанным грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. В рамках возбужденного уголовного дела оперативниками установлен организатор преступной группы, 31-летний житель Кировского района, который привлек за вознаграждение к сбыту фальсифицированной алкогольной продукции иных участников преступной группы. Ведется следствие.